Всем добрый день. Сегодня решил выбрать самую красивую банкноту, которая у меня есть в коллекции. Остановился на банкноте Республики Армения. Расскажу почему. Смотрите более подробно в этом видео. И самой красивой банкнотой моей коллекции на данный момент является 500 драм Армения 2017 года Ноев Ковчег. Она действительно очень красивая. И на лицевой стороне ее изображена гора Арарат, голубь, который несет ветвь. Ноев Ковчег, где хранятся частицы Ноева Ковчега в скрижалях, и храм, где они расположены в Армении. Банкнота эта отпечатана тиражом в 300 тысяч экземпляр. Является юбилейной. И представляет собой коллекционную ценность. На оборотной стороне изображена семья Ноя. Животные, которые были в ковчеге на фоне горы Арарат. Да, долго я выбирал самую красивую свою банкноту и все-таки остановился на этой. Это достойный экземпляр. И я считаю, что в моей коллекции это самая красивая банкнота. Всем приятного коллекционирования и до новых встреч!